прицепились ко мне. Во-первых, убираешь. Не надо меня руками трогать. Рулет сколько? Чего ты бежишь? Телефон опусти. Я на вопросы не отвечаю. Почему? Рисковый патруль. Ну и что? Ну и что? Проверка документов. Летняя. Сколько? У вас нет полномочий что-то у меня проверять. Что такое? Что такое? Телекамеру выключаем, во-первых. Это заборонено снимать. Это не телекамера. Рисков забавязаны. Я себя снимаю. Вот противник полиции. Ну, хорошо. Документы есть у вас? Еще посвечивает вашу особу. А у вас есть документы? У меня есть. Можно посмотреть? Отвечаю. Вот, ласка. Можно обратно? Капитан полиции Щербаков Александр Викторович. Тельничный офицер полиции. А обратно можно? Что там у вас? Ну, согласно 11.37. Кого? Постановление Кабмина. А что смешного я сказал? Чего вы смеетесь? А потом постанова Кабмина. Смотрите, до закона Украины. Ну, а где удостоверение? Согласно постановлению Кабмина, которое уполномочивает вас на то, чтобы меня проверять. Ну, где ваше удостоверение полиции? Нет, это не посвечение, это ваш пропуск. Он это есть устав... закон Украины, он есть... полиции, нет, статья нет. 18.3. Давайте, либо я разговариваю с полицией. Полиция имеет право проверять документы у громадян. Зачем вы меня перебиваете? Я не перебиваю, говорю, как оно есть по закону. Согласно постановлению 11.37. Открывайте. Я его наизусть знаю, я его читал много раз. У вас не удостоверение, у вас пропуск на работу. А удостоверение, на нем написано удостоверение. Понимаете разницу? Посвечение. Посвечение. Посвечение дает вам полномочия проверять там громадян или особ, или еще, ну, у вас нету посвечения. Здесь написано капслоком у вас полиция. Полиция. Посвечение, здесь слова и близко нет. Да. Понимаете? Значит, это у вас нет полномочий. Нет, это не старое. Нет, это есть постанова Кабмина, я еще раз повторяю, 11.37. Открываем, ставим. Да я не буду открывать, потому что я его наизусть знаю. А я знаю закон Украины, она тебя не... Вы не знаете. Не знаю. Вы не знаете. Знаю. Нет. Чтобы полицейский мог проверить гражданина или лицо. Или лицо. Вторая статья национального закона Украины о национальной полиции. Нет. Статья 18.3 того же закона. У него повинні бути повноваження. Как я говорю еще раз. 32 статья закона Украины. Не надо мне тыкать. Полиции. Давай, давай. Не надо мне тыкать. 11. Постановление Кабинета министров 11.37. Как должно выглядеть посвящение полицейского, дающее ему повноваження? Смотрите, написано посвящение. Вот вы уже пролистали образец. Вот так выглядит посвящение. А у вас, то, что вы мне показали, это выдается студентам, там, как пропуск на работу. Смотри, тем, кто... Та працівників органів виконавчої влади. Ну, ви виконавча влада? Служба. Нет, это не виконавчая. А ви хто? Ви орган судової влади, законодавчої чи виконавчої? Ви виконавча влада, ви ж позиціонуєтеся як поліцейський. Значить, у вас должны быть владні повноваження. Они регламентируются данным законом, данной постановой, вернее. Вашей же внутренней постановой. No. Ви ж ваш законодатель Кабмин, правильно? Никогда. Ну, Министерство МВС. Нет. Его работу регламентирует Кабинет министра Украины своими постановлениями. Да. И он вам прописал, как должно выглядеть ваше посвящение, чтобы вы имели владные повноваження. Правильно? Я на вопросы не отвечаю. Я на вопросы не отвечаю. ТЦК это... ТЦК нету никакого ТЦК військового. Право проверять документы. Військовый стан не подписан президентом Украины. Право проверять документы. Вы не имеете права. Нет. Закон Украины. Покажите, закон, пожалуйста, Украины. Ваше удостоверение. Я говорю, свои документы. Пока. Покажите ваше удостоверение. Телефон опускаем, я на камеру. Я не буду выполнять. Я не на камеру. Я даже видели полицейского, не снимал. Закон Украины о правопорядке. Хоть я не считаю, что это полицейский. А кто? Військовый квиток. Нет, это просто человек в черной форме, как и вы в зеленой. Ваш військовый квиток. Я не умный. А? У меня тоже может быть пистолет, там, газовый, покажите. Либо любой. Нет, что покажите? Ну, я могу лицензию получить и носить с собой пистолет. Мне получите. Ничего не ограничивает. Получите. Ну зачем мне что-то получать? Нет. Вас ограничивают. Нет, я могу, я имею законное право. Носить огнестрельное, газовое оружие. Нет. Но у нас есть законодательство, которое регламентирует это. Которое регламентирует МВС Украины. Да. Да.
А как там же ж незаконное формирование? Ну вот незаконное ТЦК это незаконное формирование. И полиция ж незаконная тогда ну, получается. Ну получается, по морскому праву все работает. Офертно-трастовые отношения. Да, может быть и так. Паспорт сколько лет тебе? Скажи, пожалуйста. Я, извините, не отвечаю на вопросы. На какие? На любые. Поехали, у меня нервы не хватит. Всего доброго. Говорит, дебила кусок, не видно, что малолетка обоссана. Ну да. Иду, кстати, по Пушкинской. Центр города, 7 утра, вышел на прогулку, решил посмотреть, подышать воздухом. Посмотрел.